В Одесском литературном музее состоялся вечер в честь 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко. В мероприятии принял участие молодежный хор Одесской епархии. Молодежный хор Одесской епархии под руководством протодиакона Назария Найданова выступил в литературном музее, исполнив известное произведение Шевченко «Ревета стогне Днепр широкий». В концерте много было сказано о творчестве Шевченко. Также были прочитаны его стихотворения и спеты песнопения на слова поэта. Царям, всесвітнім шинкарям, и дукачі, и таляри, и пута кутії пошли. Робочим головам, рукам, на сій окраденій землі свою ти силу. Регент молодежного хора нашей епархии на концерте, посвященном великому украинскому поэту, отметил важность его творчества для всех поколений украинцев. В завершение концертной программы молодежный хор спел всем присутствующим многолетие, а усердные труды молодого православного поколения были отмечены грамотами.